Ничего личного. В законодательном собрании республики сократили должность вице-спикера парламента, которую занимал Андрей Мазуровский. Депутаты обосновали свое решение реструктуризации парламента. Перед голосованием об упразднении своей должности Андрей Мазуровский взял слово. Судя по содержанию его речи, исход дела политику, как и многим в зале заседаний, был известен. Сегодня победит страх. Страх за свое место, страх за свою семью, которую можно оставить без зарплаты. И он понятен и обоснован. Кто сегодня проиграет? Проиграет избиратель. Почему они слышали наше выступление? Мы все говорили, что вот вы знаете, мы будем контролировать, мы будем настаивать, мы будем проводить в жизнь. Оказывается, нет. Мне все равно, в каком кресле я нахожусь, и на мою позицию это никоим образом не повлияет. Мне вчера попался очень хороший клип, я советую вам посмотреть. А как мы сможем победить, если нас легко купить? Как мы сможем побеждать, если нас легко продать? Это сегодня, пожалуй, и объясняет ту позицию, которую мы иногда пытаемся использовать в нашем законодательном собрании. Спасибо. Не преминули высказаться и другие депутаты. Кто-то неожиданно поддержал вице-спикера, а для кого-то результаты работы измеряются сытостью. Жизнь течет, все меняется, на одном месте не стоит. Вот смотрите, у нас не было столовой, теперь вот есть столовая, хорошее дело. Ну вот мне на самом деле непонятно, почему сокращается место заместителя. Нас убеждали, что вот эта вот структура, она в принципе, она рабочая. Сейчас сокращается должность, на которую не тратятся бюджетные средства. Некрасивая ситуация. Это все показывает, что здесь в законодательном собрании вопросы решаются не исходя из потребностей дела, а исходя из интересов каких-то отдельных людей. Переходим к голосованию. Кто за то, чтобы освободить Мазуровского Андрея Афанасьевича от должности заместителя председателя законодательного собрания Республики Карелия, прошу голосовать. Решение принято. Спасибо, Андрей Афанасьевич. Устранению должности заместителя председателя законодательного собрания предшествовали следующие события. Андрей Мазуровский публично выступил против некоторых решений коллег по фракции. После этого депутаты внесли законопроект, изменяющий структуру нашего парламента. Причем на самой сессии законодательного собрания никто не скрывал, что решение это продиктовано не столько реструктуризацией, сколько личными мотивами. Все понимают, что происходит. Все меняется, время идет. И, наверное, глупо было бы думать, что можно быть вечными кукловодами. Ничего личного, что называется. Вопрос вот личностный, он решается на фракции среди... Вот он решается личностно к человеку. А когда вот начинают, понимаете, некрасиво. Я уверен, что у всех нормальных людей после обсуждения этого вопроса появилось чувство все-таки, наверное, брезгливости. В принятом варианте новой структуры законодательного собрания вместо двух заместителей остается один, первый, и прибавляется комитет по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике. Мария Кравцова, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».